Привет, это Бартрип, сегодня воскресенье, а значит рубрика «Коктейль недели», и я решил сегодня забежать в мейн-бар, а тут, оказывается, уже сидит Ренат. Мне кажется, уже со вчерашнего дня. Мне пивка. Да, ему пивка, а мне... Я вот сегодня здесь очень долго, видимо, сидел, выбирал, пока вот мы не снимали, и меня уговорили здесь на Созерак. Наш бармен сегодня Настя, и мы прям в таком лайфстайле сегодня попробуем этот коктейль. Созерак — это вообще прям самое, что ни на есть, новоорлеанская, американская тема. Созерак — это вообще знаете, что такое? Нет. Это в 1850-56 годах был такой коньяк очень известный. То, что я сейчас делаю, это неспроста. А, то есть закончились всякие зонтики, вишенки. Да, закончились. Все по минимуму, все очень строго. Наконец-то, Сэм, ты дорос до настоящего мужского коктейля. Сегодня мы, можно сказать, посвящение, в общем, да? Лишаешься девственности, можно сказать. То есть это какой-то более-менее классический коктейль, ты хочешь сказать, да? Сейчас Настя тебя лишит девственности. Что ни на есть классический. Даже в честь этого коньяка был... В 56-м году, кстати, в Новом Орлеане был открыт бар под названием «Созерак Кофе Хаус». Изначально вообще его готовили на основе коньяка «Созерак» с добавлением дешевого битера, с сахаром, немножечко добавляли содовой воды, чтобы убрать спиртозность. Но потом коньяк ушел в производство, его ликвидировали, и американцы стали готовить этот коктейль на основе ржаного виски, поэтому я вам сегодня приготовлю. Сейчас, мне кажется, там лед скоро умрет уже, его тошнить начнет. Это называется... Тошнить начнет, мне кажется, либо меня, либо Рената, потому что вчера помидоры было. А, кстати, да, эти ребятки, я смотрю, Ренат здесь со вчерашнего дня, Настя тоже вчера пила. Сахар мы заменим на обычный сахарный сироп. Какой-то сложно сочиненный коктейль. Мужской, настоящий, тебе же сказали, ты сегодня растешь вот над собой. Вот это нормальная тема, вот это я понимаю как пишо-битер, бы. Пишо-битер, без которого Созерак не Созерак. Если вам готовят Созерак без пишо-битера, я вас обманываю. Да, будем знать. И, кстати, сегодня впервые в рубрике «Коктейль недели» нас обслуживает бармен, девушка. Кстати, да. Бармен-девушка с похмелья. Бармен-девушка с похмелья, это вообще впервые. Бармен-девушка с похмелья, это нормально. Что-то я ожил, кстати, ожил. Почувствовал пары алкоголя, видимо, я. Ну и чтобы вот, аутентичности добавить, все-таки добавим еще бренди, чтобы было покрепче, да? То есть и виски, и бренди? Конечно. То есть у нас здесь получается виноградные и... И виноградные, и травяные, и ржаные ноты, и... Слушай, я даже попробую. Да, если, ладно, если меня не стошнит, значит, коктейль удался. Принято подавать его без льда. Ну, анис. Содержит, да, половину анис. Вот, пол коктейля приготовлено, не прошло и 5 минут. Ну и, мне кажется, нет никаких целей для этого коктейля, да? Кроме как просто потихонечку посидеть. Это называется гипстринка, мы так называем. Сразу, как бы, как пришел в рубрику как Ренат, сразу как-то хипстринка. Хипстринка. Было нормально, как бы, во. Все, готово. Ну что, пробуй? Стакан такой огромный. А как называется, кстати, стакан? Old Fashioned. Стакан Old Fashioned, кстати, да. Для того, чтобы не просто же пьем, пробуем, да? Старомодный стакан. Я же не как пьянь вот этот человек сидит. Вечер Old School. Вечер Old School. И как бы, ну давайте попробуем стакан. Вечер Old School. Стакан Old Fashioned. Наливают половину. Видимо, подчеркнуть важность этого напитка и вкусность. Ну что? Попробуем. Итак, спасибо. Сейчас попробую и да, и скажу, как вкусно. Ну, пробуй. Будь добро, да? Счастья, здоровья, любви, денег. Ну что? Я не знаю, как у тебя, у меня замечательно. Пиво. Отлично пошло. Чувствуется нотки. Чувствуешь? Кстати, что за пиво? Я даже не знаю, что сказать. Мне нравится. Очень вкусно. Кстати, вот алкоголя не так сильно чувствуется, хотя я чувствую, что крепкий. Запах. Но я освежающий реально. Очень вкусный запах. Запах реально классный. То есть... Настя, спасибо. Вот с этим коктейлем, мне кажется, я могу прийти в мужскую компанию и не опозориться. Знаешь, как обычно. По вкусу напомнило этот мой любимый коктейль. Негрони? Нет, из двух ингредиентов, амаретто и бурбон. Крестный отец. Похож чем? Я думаю, он посуше будет, чем крестный отец. Да. А что еще раз туда входит, мне надо сказать, обязательно. Здесь немножко сахара, битер, песок, из которого корень как-то... Немножко сахара, битер, песок, я тебе буду повторять, потому что тебе плохо будет слышно. И немножко бренди. И чуть-чуть бренди. Чуть-чуть бренди для вкуса, да. И для аромата. Все это за 350 рублей от бармена Насти в мейн-баре. Спасибо.
Так что до следующего воскресенья. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые ролики. А также что-нибудь узнать. А также не пейте коктейли, пейте пиво. Не пейте виски-колу, опять же, да? Виски-колу. И не набивайтесь, как Ренат, по выходным. Да. Все, давайте, удачи, пока. До следующего воскресенья. Think I can fly when I'm with you. My arms are wide.